Вы знаете, вот мы так вот обсуждаем с друзьями санкции. Мне по большому счету вот интересно посмотреть на самом деле, потому что есть вещи, которые, допустим, ну, нужно менять. Если они введутся, я бы очень хотел, чтобы это было каким-то толчком к тому, чтобы у нас начались некие собственные производства и больше производилось в России, потому что, ну, может быть, такой несколько странный пример, допустим, я буквально там, ну, недели три назад взял градусник и ради интереса посмотрел, где он произведен. Вот, произведен в Китае. Я не понимаю, зачем как бы там те же градусники производить в Китае. Ну, может быть, там как эту ртуть, еще что-то там есть, как бы, если углубляться в вопрос. Но суть того, что у нас можно много чего производить самим, нежели покупать это в Польше, там, в Канаде, еще где-то абсолютно, как бы вещи, которые детские вещи, еще что-то. Понятно, что сейчас все настолько связано с чем дешевле, тем лучше. Понятно, что как бы там, если говорить жестко, рабсила, которая все это производит, она рабочая сила дешевле не у нас. Хотя очень многое производится у нас. Но я за то, если будут санкции, чтобы Россия ответила, как бы это будет здорово, если Россия ответит тем, что начнет сама производить больше. Я думаю, что это можно сделать.